Добрый день, уважаемые подписчики, рад вновь приветствовать на своем канале Relevant Все. Сегодня мы с вами продолжаем говорить о проекте T-Blockchain. И сегодня я предлагаю поговорить непосредственно о дорожной карте этого проекта, о команде проекта и немножко более подробно затронуть вопрос токен сейла. А дорожная карта проекта, то есть вы видите, что идея проекта была зарождена еще в непосредственно ноябре 2017 года. И дальнейшее развитие уже началось в феврале 2018 года, когда был запущен прототип приложения, прототип платформы и так далее. А далее уже в январе, то есть с июня по июль уже проходит распродажа токенов, в июле также запуск кошелька и приватной версии приложений для мобильного телефона. Ну и в августе уже планируется публичный запуск приложения. А в ноябре планируется уже релиз Messaging Wallet, то есть приложение с сообщениями. И в январе 2019 года уже закрытие бета-платформы. Дальнейшее развитие также проекта проходит до февраля 2020 года. То есть видите, что roadmap у нас рассчитан непосредственно до февраля, но я не думаю, что это будет последним моментом его развития. Я думаю, проект дальше обязательно будет также развиваться. А здесь представлена информация о команде проекта, то есть вы видите, что о каждом из членов команды более подробно написано здесь на сайте, то есть кем они являются, каким опытом обладают, то есть чем в общем занимаются в этом проекте, разработкой в какой сфере, то есть кто-то комьюнити менеджеры, кто-то девайлоперы, различные дизайнеры и так далее. То есть с каждым из них вы можете знакомиться, о каждом из них здесь информация представлена. Обязательно посмотрите, ну и конечно посетите их профили в социальной сети LinkedIn, чтобы посмотреть, что эти люди из себя представляют, может даже пообщаться с ним. Ну и естественно, адвайзеры проекта, так называемые консультанты, с ними тоже обязательно ознакомьтесь, посмотрите информацию представленную о них, кем они являются, какой опыт имеют и какой послужной список. Ну и, конечно, с каждым из них ознакомьтесь через социальную сеть LinkedIn. И хотелось также показать непосредственно информацию по токен сейлу. А 60% от общего числа токенов выделены для токен сейла. 8% у нас для баунти фонда, 10% команды, 5% адвайзером и 17% резервный фонд компании. Базовая цена токена 1 эфириум равняется 10 тысяч тип, хардкап 46 500 эфириумов. И здесь дальнейшая, то есть информация по распределению токенов, о распределении средств со сборов от распродажи, то есть 25% пойдет на маркетинг, 45% на дальнейшее развитие, 17% операционные расходы, 5% легализация проекта и дальнейшие различные непредвиденные расходы и так далее, на них выделено 8%. Ну и здесь представлена информация по этапам распродаж, то есть первый этап с 13 по 20 июля, цена за 1 эфириум, вы получаете 15 тысяч токенов TIP. А сама распродажа заканчивается 17 августа, где за 1 эфириум вы будете получать только 10 тысяч токенов TIP, поэтому максимально выгодно присоединяться к распродаже именно сейчас. Ну и также о чем еще хочется поговорить, о том, что представлены социальные ссылки, то есть обязательно посетите профили в социальных сетях, обязательно присоединяйтесь к телеграм-каналу, где вы сможете получить самую свежую информацию и пообщаться, конечно, с другими инвесторами. Ну и на этом все, спасибо за внимание, спасибо, что посмотрели мой обзор, всего доброго и до новых встреч.